хочешь за меня? Наконец-то зашел сюда. Странно, ты знаешь обо мне все. А вот для меня ты остаешься незнакомцем. Ты многое скрываешь. У тебя была другая фамилия. Расскажешь об этом? Это не так важно. Поэтому я не говорю. Все просто. Но я все-таки хочу знать. Почему ты не знакомишь меня с родными? Ты же знаешь, мои родители в Штатах. Почему ты врешь? Я не вру, Хлоя. Я видела тебя из автобуса. Ты обозналась. Вот и все. Просто кто-то похож на меня. Ты монстр. Увы, Хлоя, монстров не бывает. Есть только люди. Они были просто идеальной парой. А потом случилось то, что случилось. Я звоню, потому что я в опасности. Он хочет причинить мне зло. Мне страшно. У нас гость, по-моему.